14 марта в музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва прошел праздничный концерт, посвященный 75-летию театра. С юбилеем театр поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В честь юбилея губернатор учредил специальные награды, которыми были поощрены мастера сцены, театральные династии, ветераны театра, дети, выросшие за кулисами, а также зритель, который посещает все спектакли театра с 1949 года и обладает коллекцией афиш и программок. Все эти люди вписали уникальные страницы в историю музыкального театра Кузбасса. Также коллектив театра поздравили председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Вячеслав Петров и глава города Илья Середюк. Артисты дали праздничный концерт, тепло и восхищенно принятые зрителями.